Всем салют, и это раздача Steam игр номер 17, да, 17, то я уже немножко забыл. Так, что, какие игры будут в этой раздаче? Вот эти вот игры от подписчиков, которые накидали вот в эту раздачу. Тут Galaxy on Fire, много чего, тут даже есть Axe BF3. Так, не, хотя я его даже сделал другим цветом каким-то, вот так вот. А потом, вот эти вот игры, это которые не забрали с прошлой 16-й раздачи, я их вот переношу сюда. И вот игры, которые уже от меня, там большинство вот проголосовало за Far Cry 3, он есть, Max Payne 3 Complete и Metro 2033. И плюс там, короче, много кто хотел, писали свой вариант, хотели Террарию, вот я добавил еще Террарию. Так, что про сейчас я покажу инвентарь. Max Payne 3. Ага. Сейчас я быстренько это все покажу. Вот, есть у меня Max Payne 3 для СНГ. Плюс у меня уже есть DayZ, который и я, кстати, буду разыгрывать с CS Complete на 5000 подписчиков. Так что да. Так, теперь, короче, по сути, я сейчас буду рассказывать, что надо делать, как надо делать, и прошу, как обычно, всех до конца досмотреть, потому что это очень важно, и как бы, ну, грубо говоря, только из этого и благодаря этому я это все делаю, эти раздачи. Поэтому не поленитесь, пожалуйста, вот послушайте меня, я буду вам очень за это благодарен. Обычно я в своих видео рассказываю про каких-то продавцов там на Плати.ру и так далее, и просто оставляю свои реферальные ссылки. И когда вы покупаете по моим ссылкам, то вот я получаю там какие-то комиссионные 1, 2, 5, 10 рублей. И когда эти деньги набегают, вот я покупаю игры, вам же раздаю. И, короче, вот такая система. Но с недавних пор я открыл вот свой магазин, и теперь как бы мне кажется, что нету большого смысла рекламировать других продавцов. Теперь я буду как бы вот рассказывать про себя. Магазин называется просто пашкамания.ру. Тут есть много, я не знаю, как так сказать бы, много тут чего всего есть. Есть конкретно стимовские ключи, это рандомные ключи, Humble Bundle. Тут я, кстати, я пишу реально, я когда добавляю вот новую партию ключей, я пишу вот какие ключи есть в этой партии. То есть конкретно видно, что может упасть. Плюс я туда иногда добавляю вот всякие, ну, более-менее игры. То есть вот в этом там было, по-моему, 200 ключей, и вот в этих 200 ключах была Arma 2, Fear 3, Just Cause 2, Killer Floor, Hitman, Garry's Mod, Deadlight. Ну, то есть я вот повыделял красным цветом те игры, которые, ну, типа псевдо там топовые и так далее. Потом, тут есть много, ну, короче, много разных игр, и, как по мне, они дешевле, чем на Плати.ру, намного, я пытаюсь как бы следить за ценами, я намного дешевле, чем на Плати.ру. Потом есть Steam аккаунты рандомные, Origin ключей пока нету, я не нашел поставщиков именно по ключам. Origin аккаунты, тут есть какие-то там конкретные, вот я, как обычно, добавляю типа скрин, что, ой. Добавляю скрин, что за аккаунт, там, какие на нем есть игры, ну, вот как-то вот так вот, да. И, как обычно, тут тоже есть рандом, тоже по 5 рублей. Окей, потом дальше. Вот есть ключи для Uplay. Очень, скажем так, ну, короче, топовые игры, вот Far Cry 3, Ассасины, всякие Watch Dogs, просто Watch Dogs, Delusion, просто Far Cry, Delusion, ну, и так далее. Прикол в чем? Я просто не понимаю, какая разница вот покупать игру в Стиме, вот, например, Far Cry 3, чтобы потом в Стиме нажать кнопочку «Играть», открывается Uplay, и ты все равно играешь через Uplay. Какая разница? Можно сразу намного дешевле купить ключик для Uplay и сразу играть через Uplay. То есть вообще нету смысла. Если через Steam, это будет в 3-4 раза дороже. То есть, короче, вот так вот. Ну там, конечно, есть же там все гарантии. То есть, реально, это не там, это не кидалово, все ключи валидные. Там можно читать отзывы, они есть тут. И плюс, там, я не знаю, под каждым, скажем так, товаром я как бы добавил виджет контакта, что можно писать там, что упало вам что-то, не упало, валидное, невалидное и так далее. Плюс, все-таки много игр нету у меня, потому что, ну, не все я могу найти. Я добавил такую вкладку, как партнеры. В партнерах, как бы, тут есть, я пытаюсь добавлять, ну, какие-то другие игры, которых нету у меня. Все довольно-таки просто.
я не знаю, ну вот, например, вот этот вот Left 4 Dead. Я тут просто вот пишу то, что не я продавец, я просто даю ссылку. И как обычно, вот тут вот эта вот кнопочка, ссылка. И тут уже вот как бы она с моей рефералкой. Да, ну вот тут товар закончился, значит, вот я не уследил. Значит, я скоро поменяю на другого продавца. Я не ставлю тот, который мне выгоднее всего. Вот там, которые мне дают больше всего, типа, комиссионных. Нет, я ставлю тупо самый дешевый, который вообще я нашел. Вот тупо самый дешевый. То есть, если есть, там, Left 4 Dead 2 за 150 рублей и за 160 рублей. За 160 рублей я там получаю 30 рублей комиссионных. А тот, что за 50, за 150 рублей, я получу 2 рубля комиссионных. То я поставлю тот, который дешевле. Вне зависимости от того, который... Сколько я получу комиссионных. То есть, просто я тут... Грубо говоря, я за вас погуглил на платиру. И вот подобавлял все вот эти вот, короче, игры. Дальше, игровая валюта. Тут пока пусто, но я добавлю. Там будут всякие, типа, ну, как вы, короче, знаете, вот эти голда там в Diablo, FIFA, монеты, там, короче, для всяких онлайн игр и так далее. И Minecraft аккаунты. Ну, тут пока 99 рублей я поставил, потому что я не знаю пока, какую цену поставить за аккаунты с входом на сайт, поэтому... Ну, просто, чтобы его, типа, не покупали. Да, и вообще пока что их нету. Как-то вот так вот, да. Вот. Я хотел бы вот просто рассказать про свой магазин, потому что хочется, короче, его продвигать и так далее. Тут вот можно лайки там ставить, я не знаю. Ну, короче, я пытался сделать как можно вот больше социальной активности. Вы где угодно можете мне писать. Вот есть там отзывы, вот есть там ссылки на меня и так далее. Если что, я сам занимаюсь магазином уже. Никто мне ничего не помогает. То есть, если что, как конкретно вопросы можно ко мне. Вот как-то вот так вот, да. Ладно, теперь, короче, про раздачу. Вот спасибо, что вы это послушали, мне это вот было важно, это надо было так вот сделать. Теперь про раздачу. В описании к видео я оставлю ссылку, и также в этот пост можете найти вот в группе, он будет вот тут закреплен в самом верху. Ссылка будет вот такого вот плана, когда вы по ней перейдете. Тут будет написано, что вам надо сделать. Тут будет вот это вот видео. Сейчас это пост с прошлой раздачи, 16-й. Сейчас это я снимаю 17-ю. И тут будет, короче, все написано. Тут будут там всякие, короче, я не знаю, теги, ссылки. Ну, короче, что угодно. Но тут вот будет главное написано. Для участия в раздаче вам надо обязательно написать коммент с циферкой. И словом спасибо. Спасибо, потому что я говорил, что я буду вас приучать говорить спасибо. И я смотрю то, что у меня получается. Даже вот когда другие люди делают раздачи, вот в Пашкомане тут как бы есть, можно типа приложить новости, и мы постим новости, ну всех, короче. Кто хочет, может постить любой, абсолютно. То есть мне надоели вот эти вот посты, дай мне админа, давай я буду админом. Вот, вы можете писать через приложить новости, и вы будете сами же постить и так далее. И... Я не знаю, ну короче, люди тут и так сами начинают говорить спасибо, 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 это хорошо. Вот, то есть циферка по порядку, должна быть только одна циферка. Если вы напишете несколько циферок, то вы, короче, не получите. Окей, дальше, второй пункт, это репост. Кто не знает, нажимаем лайк и рассказать друзьям. То есть именно с этой страницы вот лайк и рассказать друзьям. Обязательно должен быть репост. Подписаться в группу. Ну, само собой, понятно, группа. И подписаться на YouTube канал. Вот мой, короче, YouTube канал. Почему, так скажем, почему в группу, почему в канал? Потому что основная задача, основная идея. Я делаю эти раздачи и делюсь играми с подписчиками. Вот. Вот и все. Я просто это делаю для своих подписчиков. Если вы не мой подписчик, как бы, почему я вам должен давать игры, да, почему я вам должен их дарить? А так, вы мой подписчик, конечно, вы мне делаете приятно, вы там смотрите меня, либо там как-то меня поддерживаете, помогаете, и неважно как, вот я с вами делюсь. Вот такая вот логика. Ну да, и все. Да. Так, сегодня что? Сегодня, кстати, пятница, 5 число. Сегодня школьники, вы наконец-то, короче, отучились первую учебную неделю. У вас будет 2 дня выходных, вы будете играть и, я не знаю, короче, наконец-то вы отдохнете после лета и после первой недели учебы. Вы же, наверное, очень устали. Ну да. Хорошо. Когда будут результаты? Результат раздачи я буду делать... Ну, я думаю, как вот, как обычно, через неделю и один день. 13 числа, в субботу, 13, значит, сентября, я буду снимать видео. Не спрашивайте меня, когда будут результаты. Когда будут результаты. Я всегда говорю, что результаты я снимаю образно с 5 вечера до 7 вечера. Это я снимаю. Потом я его
пока отрендерю, пока залью на YouTube, пока YouTube его обработает. То есть в интернете, в группе, на YouTube оно может появиться в 9 вечера, в 10 вечера, в 11 вечера, в 12 вечера ночи уже. Я не знаю, ну то есть как бы снимаю я с 5 до 7. Вот, это вот главное. Появиться оно может уже вот как минимум, как минимум через 2 часа только оно может, как максимум может уже там и на следующий день, я не знаю как получится. Вот да и все, да, все игры вот тут есть. А, я еще хотел сказать такой момент, то что некоторые игры подписчики как бы вот раздают, то есть вот это видно, кто дал эту игру, это я как бы скопировал с контакта. Некоторые игры, они идут ключом, то есть некоторые из них, там, например, Solar 2, да, она идет Humble Bundle ссылкой, а некоторые игры, там, например, вот Deadly 30, она идет ключом. То есть я не знаю, я не могу активировать этот ключ на свой аккаунт, потому что тогда получается, что я игру заберу. Я не знаю, я не могу проверить валидность этого ключа. То есть я не знаю, ну как бы он актуальный, или он уже использованный, или это вообще набор цифр. Поэтому если так выйдет, что вот кто-то выиграет там какую-то игру, которая ключом была написана, но она типа невалидная, то, ребят, ну извините, как бы я тут ни при чем, и я не знаю, я не думаю, там, мне даже кто-то писал, типа, мне она невалидная, дай мне замену. Ну почему это же, просто это же раздача, это подарки, я никому ничего не должен. То есть вот чувак мне дал ключ и говорит, раздай, вот я его раздал тебе, а он невалидный. Ну, извини, я же просто посредник, как бы, я не знаю, вот как-то вот так вот, да. Немножко заговорился, ну да ладно. Так, окей, все рассказал, да. Группа, магазин, YouTube канал, игры, раздача. Да, все. Я тогда всем вам желаю удачи, увидимся. Я буду снимать, конечно же, результаты раздачи. 13 числа с 5 до 7 вечера я буду снимать. Значит, мы тогда 13 числа вы узнаете, кто что выиграл. Всем спасибо за просмотр. Я всем вам желаю удачи и всем пока.